субботу, 2 июня, синоптики обещают нам долгожданное потепление. В Сарове утром небольшой дождь, плюс 7. Днем облачно с прояснениями, воздух прогреется до 21 градуса тепла. Ночью плюс 13. Ветер западный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде в течение дня ожидаются дожди. Утром плюс 13, днем столбики термометров поднимутся до плюс 18, ночью плюс 9. Ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В столице малооблачно, утром плюс 11, днем до 24 градусов тепла, ночью плюс 16. Ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.